Я вообще страшная сладкоежка. И вот. И он сделал мне романтическое свидание, напокупал цветов, значит, винограда, конфет, ну, все для девочки. Все, он меня встретил, и мы с ним сидим. Купил вина, по секрету вам скажу. Было мне 17 лет, мама бы ругала. Ну и все, в принципе, сидим с ним, он говорит, зайчик, за тебя. Я говорю, так приятно. И он говорит, слушай, на самом деле, я сдал кровь, чтобы сделать тебе сюрприз, и упал в Молодец. обморок. Так нет, это на самом деле Ну, мало правильно, смешно. моя любимая шутка перед 8 марта была. Говорит, как? У тебя две почки, и ты не можешь мне сделать подарок 8 марта?